Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии 1 Хулиплей. Первый серий, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня я покажу вам, где достать очень прикольное оружие. Да, это бита, пацаны, почему оно прикольное, сейчас я вам расскажу. Короче, недавно добавили такое оружие, по-моему, с ГО это добавили, раньше же такого не было. Добавили биту. Бита хороша тем, что, вот, допустим, он там с дела стреляет, и она длинная, как бы, кулаками человека забить тяжело, как он с дела стреляет, а с битой можно, реально. Я пробовал, и эффективное такое оружие, это во мне дилда какой-то, блядь, с аптеки, поэтому сейчас вам покажу, где его брать, и что для этого нужно. Нужно для этого что? Самое главное, что для этого нужно, пацаны, это вам нужны деньги, небольшая сумма денег. И вы у вас должна быть либо випка, либо вы должны быть в майке, либо в ОПГ. Короче, вы должны уметь делать оружие через команду Макагун. Сейчас я доеду в одно место и покажу вам, что нужно делать. Итак, нам нужно поехать на лесорубы. Лесорубы находятся в Арзамасе. Думаю, все знают, где они находятся. Рассказывать никому не нужно. Нам нужно купить дерево. Чтобы сделать биту, нам нужно 5 килограмм дерева, по идее. Ну, бита из дерева же состоит, поэтому сейчас я вам все покажу. Я недавно это узнал, не знаю, кто знал об этом, то ставьте лайк, и кто не знал, тоже ставьте лайкосик, пацаны. Я, честно, узнал об этом только сегодня. Так, давайте купим 50 килограмм дерева, допустим, да? Вот, 50 килограмм. Вот, 5000, все. Мы купили. Теперь пишем Макагун. А, здесь у нас зеленая зона, точно нельзя. Давайте отъедем. Так, вот я отъехал, смотрите. Пишите команду Макагун. Макагун. И вот сам внизу, пацаны, будет бита. 5 дерева. Стоит все равно. Так сразу делается. Вот такая вот бита, пацаны. Вообще тема просто. Реально это круто. Можно так и за спину брать. Вот. Так она играет за спину, вот так ее можно взять. Все. Ну, рюкзак, конечно, много мешает, но его можно брать через ММ. Через ММ можно брать, кстати, надо кое-что сделать. Так, ММ. Давайте рюкзак уберем, в первую очередь, и давайте сделаем 3D номера. Вот, мне так, не знаю, мне что-то я привык, чтобы так номера были. Я лучше их так и оставлю пока что. Так, за спину, кстати, давайте покажу, как это за спину смотрится. Так, так, оп, за спину ложите, вот. Довольно-таки круто выглядит, реально, бита нужная вещь, я думаю, будет. Потому что, блин, ну реально, блин, ну, самотык покупать, кстати, не знаю, что будет дороже, самотык купить. Не, это будет дешевле, кстати. Нет, это будет дороже, да. 5000 будет стоить. Не, ну все равно прикольно, блин, ну бита будет поярче, чем, блядь, какой-то вонючий самотык, это вообще будет бред. Самотыком, вот бита, блин, это пацанская тема вообще. Реально, если бы можно было бы еще, знаете, металл, типа, делать, чтобы еще кастет можно сделать. Там какая-то авария, давайте посмотрим, может пойти по ситуации какая-то. Ага, самолет упал, типа. Ага. Ну, ничего, прикольно. Ну, они 5, давайте пробуем. Бомжик сбита будет. Вот, ну что, делаем, все, можно. Ну серьезно, эти биты можно реально гамселить нормально людей. Вот так вот можно просто. Вот так вот их хуярить просто. Реально это круто. У нас трупы, типа. А где самолет сам? Упал что ли? Видите, текстура. Огонь-то текстура, он нам не вреден. Он вообще не вреден, поэтому это круто. Так, блядь, какая-то текстура непонятная. Так, давайте выйдем сюда. Во. Так вот. Какая-то, короче, РПшка непонятная. Ну, типа, самолет резался, ну, это прикольно. Я думаю, все видели эти РПшки. Там еще завал в южном, потом поезд перевернется. Ну, прикольно, прикольно. Довольно-таки круто, мне нравится. Не знаю, как вам, но мне реально нравится. Ну, бита реально эта тема, пацаны.
Серьезно, я вот я не знал, блин, я спрашивал, типа, у администрации. Они сначала говорили, типа, ВПГ можно взять. Но ее продать нельзя, кстати, биту продать вообще никак нельзя. Просто никак нельзя никому ее продать, как оружие. Я пытался, нет, никак нельзя. Возможно, что-то неправильно делал, но вроде бы нельзя ее продать вообще никак. Блин, привычка останавливается на зеленый сигнал светофора. Ну, бита, пацаны, это реально тема просто. Согласитесь со мной, реально, попробуйте просто. Я уже опробовал биту там. Нормально на ней можно гамселить и этой битой людей просто. Но вот реально биты не хватало просто. Вот эти диглы, блин, ну надоело. Бита, да, это тема. Потому что, ну, ее можно сделать из дерева. Тем более ночью, что ты, понимаете, склады все закрыты, патроны негде взять. А вот биту можно в любой момент сделать и выбить кому-то зубы. Вот в чем прикол. Вот это реально круто. Это реально круто. Ну что ж, чуваки, на этом я буду заканчивать. Вот такая была коротенькая серия. Чисто рассказал, что есть бита, типа, где можно сделать. Покатал чуть на Ямахе. Покатушки такие небольшие были на Ямахе у нас. И, ну это круто. Это реально круто, что биту добавили. Вот ее реально не хватало. Еще если кассет можно будет за металл делать, тоже будет круто, если добавят. Но, конечно же, меня не смотрит руководство и этого не сделают. Ладно, это у меня все. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright.